Потому что они уже выросли. Потому что маленьким быть лучше. Ну, я еще не знаю. Потому что дети могут играть там, прыгать там и скакать там, играть с игрушками своими. Вот почему взрослые хотят в детство вернуться. А у взрослых жизнь такая? У взрослых? Тяжелая. Чтобы снова играть и веселиться. Детством можно и ходить в садик, развлекаться, играть с кем-то, кататься на горках и так далее. А взрослые? А взрослых работать и готовить для детей разные продукты, покупать что-то и так далее. Потому что вот взрослыми им надо трудиться, а маленькие они... Взрослые тоже хотят быть маленькими, потому что они вот растут, а вот они хотят же играть там, веселым заниматься, они работают. Ужас какой-то, да. А как их можно развеселить, взрослых-то людей? Ваш совет. Например, им подарок приготовить или там поделку там сделать. Потому что им было весело кататься с горки. Им было весело кататься на катушке. Им было весело кататься на игрушках. Ой, не кататься, а играть. Потому что они вспоминают свое детство и вспоминают свое веселье. И хотят вернуться в детство. А почему? Вы думаете, взрослая жизнь такая скучная и неинтересная? Нет, наверное, чтобы... Они вспоминают о детстве и хотят, чтобы как мы были.